Сегодня продажи продвигаются. Новые хозяева квартир ведут ремонтные работы. Хотя и не живут в этом доме. Многие жильцы на холод не жалуются. С этого года мы живем. С того года. Тогда еще тепла мы не больно платили. Ну тогда не больно, да, зеленый жил. Вы утеплили? А? Вы утеплили? Да, утеплили. Во-первых, это самый заселенный дом не полностью. Это на процентов, наверное, 30, может, 40. Поэтому это самое. А так нормально, тепло. Угу. В квартире. Тепло, да. Ну, соседние еще не заселенные квартиры. Так уж этот, закрыты окошки. Теряется, наверное, уж. Не так уж тепло в домах. В комнатах отопление включаем уж. Масляные радиаторы. Тепло, потому что на отопление тратится много энергии в сравнении с другими домами. Челнинцы, сами того не подозревая, отапливают улицу и подъезд. Идут тепловые потери, так как в некоторых квартирах окна разбиты, двери сломаны. В эти квартиры попасть не можем. От этого и идет потеря тепла. Так, в других домах у нас в среднем горячая вода 124 рубля. Там может быть и 150, и до 200 рублей доходить. Проблему можно решить лишь совместными усилиями. Сейчас важно найти хозяев незаселенных квартир. Некоторые живут в других городах. Если они утеплят щели в окнах, заменят двери, то потери тепла можно избежать. Из-за отсутствия связи с хозяевами таких квартир в доме собираемость коммунальных платежей также невысокая – 75%. Гузель Шигапова, Ленар Султанов, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочешь, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».